Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Настоящий бой
еще впереди. Настоящий воин ценит не саму цель, а дорогу к ней, какой бы извилистой, тернистой и опасной она ни была. В этом и заключается вся сущность его духа. Бой его продолжается. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.